Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу сделать видео о косметике. И это будет обзор серии уходовой косметики Time Reversing от Oriflame. Вот так выглядят те средства, которыми пользуюсь я. Итак, первое средство, с которого я начинаю обзор, собственное название — концентрированный антивозрастной эликсир тройного действия. Как видно здесь по надписям на английском, дневная и ночная эссенция. Активным ингредиентом этого средства является вещество, названное женистеин сой. Это видно вот на нижней надписи. И здесь используется, по заявлению производителей, комплекс Skin Genist. Во всей серии он используется. Так, ну, собственно говоря, о действии этого активного ингредиента Skin Genist вы можете прочитать на официальном сайте Oriflame. Я же по памяти скажу, что фишка этой разработки, этой научной разработки ученых научно-исследовательского центра Oriflame в том, что активные вещества, выделенные из сои, действуют в трех направлениях и борются с тремя причинами старения. Ну, как-то так в общих чертах. Опять же, говорю, я не помню на память формулировку самого производителя. Лучше вам эту информацию взять у первоисточника. Так, я же расскажу о своих ощущениях. Как видите, этот эликсир активно мною используется. И представляет он собой некую такую эмульсию, в которой плавают вот такие шарики, также кремовые или масляные, ну не знаю, в общем, собственно говоря. И так, слишком много выдавила. Вот так вот выглядит эта капелька. И при растирании эти шарики, естественно, размазываются. И в общем, видно, что это такие некие золотые частички. И, наверное, для очень бледной кожи, для фарфоровой кожи, для кожи с голубоватым подтоном, это очень хорошо, потому что он придает, потому что это придает коже некий теплый оттенок. Но так как, видите, человеку, у которого желтого пигмента в коже и без того достаточно. Вот, то есть мой бронзовый оттенок кожи становится еще более, загар такой не очень, на мой взгляд, красивый, не очень мне идет. И, в общем, этим золотистым пигментом это средство мне не нравится. Что содержат ли эти золотистые частицы тот активный ингредиент или нет, я точно не знаю, но я не думаю, что содержит, что это просто чисто для психологического восприятия сделано, чтобы потребителям было приятно пользоваться, и у них создавалось ощущение, что вот этот активный ингредиент физически распространяется по коже и действует, и оказывает свое воздействие, волшебное воздействие. Вот этот крем имеет запах и такой явно такой химической направленности. И, как мне кажется, это тоже психологический прием, направленный на усиление впечатления, что это такая очень научная, очень наукоемкая, технологическая разработка. Почему-то у меня такой иронический настрой по отношению к средствам этой серии. Не ко всем средствам Oriflame у меня есть такой настрой. Но пользоваться им приятно, распределяется оно очень хорошо. Его, этой капли, такой вот капли, как я выдавила, хватает, в общем-то, на все лицо. И если у вас нет цели побыстрее распрощаться с этим средством, можете использовать его экономично. Я же не жалею этого средства, потому что, ну, хочется попробовать другие, поэтому я так активно нажимаю на использование этого средства, и оно у меня быстро заканчивается. За то время, пока я использовала где-то 2/3 этой баночки, у меня ушло 1/2 баночки вот этого средства. Да, в упаковке 30 мл этого средства.
поэтому оно, естественно, используется быстрее. Произведено оно в Италии. Наносится этот эликсир под крем, под дневной и под ночной крем. И если я не забываю мазать на ночь, то мажу. Днем я использую ежедневно. Сказать о каком-то действии, работает или не работает, я не могу, потому что я им пользуюсь постоянно, и что происходит без него, я не могу сказать. Но совсем не пользоваться кремами я не могу, и поскольку мой возраст соответствует возрастной направленности этого средства 45+, то я использую эти средства. Так. Следующее средство, которое я использую и днем, и на ночь, и в день, это крем для век. Так, на русском языке он называется антивозрастной крем для век тройного действия. Способ применения: для большей эффективности наносите крем ежедневно утром и вечером на чистую кожу вокруг глаз. Так, он у меня, по-моему, неоднократно участвовал в обзоре. И белый легкий крем, очень приятный, практически не имеющий запаха. Я говорила, что очень удобная упаковка, продолговатый тюбик, носик удобный для нанесения. Также я непосредственно как аппликатором им редко пользуюсь, все равно выдавливаю привычнее. Более привычно и более удобно использовать так вот. Наносить на безымянный палец этот крем, и либо выдавливать несколько капель на область вокруг глаз и распределять безымянным пальцем. Опять-таки, в этой упаковке содержится 15 мл. Она у меня закончилась, будет участвовать в обзоре пустые баночки. И что я скажу? Ну, без крема для век я не могу обходиться. Требование к крему для век такое. Единственное простое, чтобы не вызывало раздражений и чтобы немного подтягивал веки. То есть без него у меня кожа вокруг глаз сухая и сморщенная, с кремом разглаженная и более-менее удобоваримая, подготовленная к нанесению косметики. Вот. В общем, рекомендую ли я этот крем? Однозначно да. Рекомендую, если у вас возраст 45+. Следующее средство, которое участвует в обзоре, это дневной крем Time Reversing. Содержит оно, не вижу, видно ли вам или нет, SPF 15. Так, его название на русском языке — антивозрастной дневной крем тройного действия, SPF 15. Способ применения: ежедневно наносите крем на чистую кожу лица. Имеет тоже такой запах, ну, не скажу, что более химический, чем этот. Отдушка парфюмерная несколько отличается. Присутствие вот такого запаха тоже есть, но более легкое, в более легкой концентрации, а более сильно чувствуется другой запах. Ну, запах крема, я бы сказала, такого обычного, который приятно наносить на кожу лица. Крем такой густоватый. Вот видите, он не растекается, а так стоит, как взбитый белок, как взбитые сливки. Распределяется приятно, чувствуется в нем на ощупь такие загустители. Ну и по отзывам, которые я прочитала на самом сайте Oriflame, там содержится силиконы, это чувствуется, силиконистый, и вот эта силиконистость, ну, не буду вдаваться я, потому что не химик, не косметолог, не очень хорошо разбираюсь в ингредиентах крема, чисто свои такие субъективные ощущения высказываю сейчас. И как мне всегда кажется, что возрастные средства, вот, ну, в частности, производитель Oriflame, как производитель, очень часто в возрастные средства добавляет именно вот этот загуститель, чтобы этот загуститель чисто механически подтягивал кожу.
То есть это не действие внутрь, как рассказывают нам рекламные ролики, что он проникает глубоко в кожу и воздействует на какие-то глубинные слои кожи, а как раз таки это наоборот поверхностное такое действие. Он чисто механически подтягивает кожу снаружи. Но я не говорю, что это плохо, наверное, так и должно быть, что мы хотим от крема, потому что, как я уже заявляла раньше, я не особенно верю, что крем будет проникать глубоко в кожу и воздействовать на гены, на генном уровне. Это нереально. Более реально уход за поверхностными слоями кожи, содержание их в более-менее нормальном состоянии, в подготовке их к нанесению косметических средств, декоративной косметики и защите от ультрафиолета и других вредных факторов окружающей среды. Вот. И, в общем, этому крему я говорю «да». Моя сестра использует этот крем в предыдущей версии, ей очень нравится, этим кремом она не пользовалась. Почему я ссылаюсь на сестру? Потому что она для меня более значимый потребитель, потому что к косметике Oriflame она относится весьма критично. Но тот крем, предыдущий Time Reversing, ей понравился. Этим кремом она еще не пользовалась, поэтому я не могу такого более объективного мнения высказать, потому что я-то косметики Oriflame настроена очень и очень положительно, я просто никакой другой косметикой не пользуюсь. Так, теперь ночной крем Time Reversing я начала использовать недавно. И вот сравните баночки. Эта баночка чисто белая, эта баночка золотая, и кажется, что это крем внутри такой. На самом деле это оболочка снаружи такая золотистая, сам крем тоже белый. Он также густенький, такой же у него приятный запах. А его действие тоже пока не сложило еще никакого мнения, потому что, видимо, сказать, что я стала пользоваться и помолодела, это я однозначно не могу. Ну и не могу сказать, что будет без этого крема. Такова моя оценка. Так. По-русски он называется антивозрастной ночной крем тройного действия. Способ применения ежедневно наносите вечером на чистую кожу лица. Все очень просто. В этих баночках по 50 мл крема. Заканчиваются они довольно долго. Ну, кто как использует, кто-то может за месяц скушать такую баночку. У меня это никогда не получается, я такие баночки использую годами. Но поскольку он густой, наверное, мне удастся довольно быстро закончить это средство и не подвергать его действию микробов, времени, после того, как баночки были открыты. Кстати, после открытия баночку нужно использовать в течение 12 месяцев дневной крем, ночной крем также 12 месяцев, сыворотка также 12 месяцев, крем для век 6 месяцев. Ну вот, таков мой обзор, не знаю, насколько он был полезен. Общая оценка хорошо, кремы хорошие. Рекомендую или нет? Да, рекомендую эту серию. И во всяком случае, косметики Oriflame я доверяла. С 99 года я использую косметику Oriflame, но к этому времени мой возраст изменился, и, возможно, кожа стала более проблематичной, более капризной, и трудно подобрать уход для кожи в этом возрасте, тем более, что помимо возрастных изменений еще и добавилась чувствительность кожи, непереносимость очень многого, экзема. К этой косметике я говорю «да». Ну, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что чем-то была полезна. Хотя такой обзор очень сумбурный получился. Вот. Всем желаю красоты, здоровья, счастья, успехов и удачи. До свидания. Ваша Аюна.